Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о причинах икоты у собак. Икота – физиологический процесс, который периодически беспокоит каждого лающего питомца. Возникает икота у собак в результате спазма межреберных мышц. Чтобы избавить животное от этого неприятного ощущения, владельцу необходимо знать и понимать его причины. Давайте подробнее рассмотрим основные причины икоты у собак. Раздражение стен пищевода и желудка – самая распространенная причина икоты у собак. Проявляется она, как правило, после приема питомцем пищи. Раздражение стен пищевода и желудка может возникать из-за того, что собака поела слишком быстро, не прожевав тщательно кусочки пищи, или из-за того, что собака переела. Чтобы избавить лающего друга от икоты после еды, необходимо дать питомцу стакан теплой воды и аккуратно помассировать ему живот. Долгое неподвижное лежание животного – вторая причина икоты. Если собака спит в неудобном для нее положении тела, ее внутренние органы могут давить на диафрагму и тем самым вызывать спазм, который провоцирует икоту. После того, как собака поменяет позу, икота постепенно пройдет сама. Интересный факт – иногда лающие могут икать во сне не из-за неправильного положения тела, а из-за того, что им снится кошмар. Страх или сильное волнение – третья причина икоты у собак. Беспокойство, вызываемое этими чувствами, приводит к напряжению в теле и последующему спазму межреберных мышц у животного. Устранить икоту у собаки из-за нервов можно, успокоив и приласкав питомца. Переохлаждение – четвертая причина икоты у собак. На холоде мышцы собаки напрягаются, чтобы сохранить тепло. Нередко в результате этого в организме происходит спазм межреберных мышц, которые провоцируют икоту. Избавить собаку от икоты, вызванной холодом, можно, повысив температуру тела питомца. Для этого нужно позаниматься физическими упражнениями с собакой, либо накрыть лающего друга теплой накидкой. Беременность – пятая причина икоты у собак. Часто будущие мамы собаки начинают икать из-за увеличения объема матки, которое приводит к давлению органов на блуждающий нерв. Такая икота является вариантом нормы и, как правило, быстро проходит сама. Причины икоты у собак могут быть самыми разными. Как правило, этот физиологический процесс проходит сам в течение нескольких минут. Если же вашу собаку икота сопровождает постоянно, это повод обратиться за консультацией к специалисту. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!